Здравствуйте, меня зовут Николай Старков, я выпускник Института математики, информационных технологий и физики. Учеба в Удмуртском государственном университете дала мне много возможностей, помогла мне раскрыть свой творческий потенциал и найти, конечно же, много новых замечательных друзей, познакомиться с большим количеством интересных людей и наметить для себя цели для успешного будущего. Пожелать хочется университету, конечно же, успешных и умных студентов, преподавателям терпения, ну и всем сотрудникам университета профессионального роста и отличного настроения. Меня зовут Юля, я выпускница Института гражданской защиты. За время обучения в университете я получила новые знания, необходимые для освоения моей будущей профессии. Также я проявила себя как личность, участвовала в олимпиадах за пределами нашего региона и, конечно же, обрела новых друзей. Я желаю нашему университету процветания и дальнейшего развития, преподавателям талантливых студентов, а ученикам найти себя и свое место. Меня зовут Сегова Вера. Я выпускница Института права социального управления и безопасности. Когда я только поступала в университет, я и представить не могла, сколько возможностей передо мной откроется. Это и различные мероприятия, и сам учебный процесс, и, конечно же, студенческий отряд, который раскрыл меня с новой стороны. Всем студентам УДГУ я хочу пожелать максимально реализовывать свои возможности, участвовать во всех мероприятиях, которые организует университет. Ведь студенческое время – это именно то время, когда стоит брать от жизни абсолютно все. Всем привет, меня зовут Антропова Маша, я выпускница Института социальных коммуникаций. Благодаря УДГУ за 4 года учебы я попробовала себя в разных направлениях деятельности. Была председателем студсовета, участвовала в научных конференциях. И я действительно благодарна УДГУ за то, что дал мне такую возможность, и теперь я знаю, чем буду в дальнейшем заниматься. Я желаю всем выпускникам найти свое место в жизни и быть там по-настоящему счастливыми. И пусть ваше счастье зависит только от вас, а не от каких-либо внешних обстоятельств. И я поздравляю всех с таким необычным выпуском 2020 года. Меня зовут Анастасия Поторочина. Я выпускница Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики. УДГУ для меня – это неиссякаемый источник. Самый главный подарок, который подарил мне университет – это люди. Это верные друзья, это мои мудрые преподаватели. Спасибо УДГУ за возможность быть частью чего-то великого. Я хочу пожелать преподавателям, студентам, выпускникам неиссякаемой энергии, жизнелюбия, позитива, а УДГУ – процветания.